Готово. Оп, сняли. Держишь. Дмитрий Шелепов уже несколько лет работает в клубе «Патриот», тренирует инвалидов и пожилых людей. Активно занимается сам. Когда-то был спасателем, посвятил профессии 20 лет, пока не заболел. Начала нога плохо сгибаться, там потом опухоль обнаружили под коленкой. Ну, это долго все было. Лечили, там две операции было. То есть диагноз поставили только вот уже где-то лет там, через 15, наверное. Ну, уже перед буквально пенсией, я потом это как-то она у меня переродилась в качественную. Ногу не спасли, но Дмитрий быстро пришел в себя и нашел новую работу. В свое время активно занимался спортом, теперь вернулся, правда, уже в паралимпийский вид. Жмет от груди 140 килограммов, тренирует детей и взрослых с УВЗ. Правда, и эта работа оказалась под вопросом, когда протез износился. Деньги не выделяют или чего нету. Я ждал. Вот. А у меня этот уже все там начал ломаться, я обращаюсь, мне как бы ремонт не делают, там ни лайнер не меняют, ничего, потому что у меня вписан уже новый был. С учетом того, что по бумагам новый протез Дмитрий уже был выписан, а ждал он его уже больше года, чинить старый в соцфонде отказались. Но семья Шелеповых духом не упала. Было, ну, вот эта открытая линия, это с президентом. Ему буквально за час уже до ее закрытия написали вот с моего аккаунта, ну, и вот с жены, получается, два письма, вот ей ответили. За дело взялся Народный фронт, следственный и прокуратура. Общими усилиями новый протез от соцфонда удалось добиться. Дмитрий постепенно осваивает его и готовится к соревнованиям. В сентябре поедет в составе сборной на Кубок России. Теперь есть и силы, и настроение побеждать, и вести к победам своих воспитанников. Хочу сказать спасибо, что помогли мне. Татьяна Голубева, «День с толком».